В жизни каждого человека порой случаются необычные и даже курьезные случаи. И от того, как он к ним отнесется, будет зависеть его дальнейшая судьба. В дикой природе все подчинено великому замыслу, постичь который нам, к сожалению, не дано. Так случилось и в этой истории, которая произошла близ одной из сибирских горных рек. Рыбная ловля в нашей стране – предмет гордости и восхищения, а в Сибири так и подавно. Ранним утром житель одной из таежных деревень отправился со спиннингом порыбачить в прохладных водах реки, берущей свое начало в верховьях Енисея. Светило солнце и стояла прекрасная погода. В садке рыбака уже плескалось пару форелей и пяток хариусов, когда на берегу вдруг показалась медведица с медвежонком. Они шли, лениво переваливаясь сбоку на бок, подходя к месту, где речка преодолевала каменистые пороги. Грозная парочка оказалась выше по течению от стоящего в воде рыбака. Он как раз менял насадку в виде мелкой мушки, и появление столь опасных соседей заметил слишком поздно. Стоит сказать, что медведица не испытывала абсолютно никакого беспокойства при виде человека. Мамаша ударами могучих лап выбрасывала на берег огромных рыбин, которых потом они с детенышем аппетитно поедали. Медвежонку на вид было чуть больше месяца, и он весело резвился у самого края берега. Вдруг, неудачно наступив на один из камней, мохнатый зверь оступился и упал в ледяную воду. Течение мгновенно закружило его в своем бурном потоке. Малыш барахтался и жалобно ревел, а река несла его прямиком к месту, где рыбачил мужчина. Увидев, что произошло, человек колебался недолго. Он моментально бросил удилище в сторону и бросился на помощь к мохнатому малышу. С трудом устояв на ногах, мужчина сделал пару шагов в направлении к берегу. Медвежонок успокоился и покорно ждал своей участи в руках незнакомца. Мать-медведица пристально наблюдала за действиями человека. Рыбак, в свою очередь, преодолев страх, подошел к берегу и отпустил малыша на волю. Медвежонок стремглав бросился к матери, ища у нее защиты и поддержки. Наш герой также осторожно, не делая резких движений, вошел в реку и принялся рыбачить дальше. Но ближе к обеду ветер поменялся и клев прекратился. Рыбак посмотрел на свой скромный улов и немного расстроился. Улова едва бы хватило на ужин. Вдруг, подняв глаза, он увидел, что медведица с медвежонком стоят напротив него, а возле их лап лежит огромная куча лосося, форели и даже тайменя. Медведица словно хотела ему что-то сказать, но не могла. Наконец, зрительная дуэль закончилась, и мохнатая парочка спокойно пошла в сторону ближайшей чащи. Мужчина знал, что в тех местах растет отменная малина и голубика. Видимо, мать и детеныш отправились полакомиться сочными ягодами. Внезапно он понял, что лежащая на берегу рыба предназначалась именно ему. Возможно, медведица поняла по его улову, что он останется голодным, и в благодарность за спасение детеныша оставила ему свой улов. Домой молодой человек вернулся затемно. Дома его ждал сытный ужин и радость супруги и сына, обрадованных невиданным уловом. Самое интересное и удивительное в этой истории произошло позднее, когда на следующее утро мужчина вновь отправился на реку. Каково же было его удивление, когда медведица с медвежонком снова появилась на берегу. Грозная мамаша, недолго думая, принялась выбрасывать на берег рыбу. Позавтракав, медвежья парочка оставила рыбаку весь свой улов и чинно удалилась. Сложно в это поверить, но так продолжалось до самых холодов, пока медведи не залегли в спячку. В народе не зря говорят, что взаимовыручка и доброе сердце всегда помогут в трудную минуту. Ведь кто знает, как все обернулось бы, не спаси мужчина тонущего медвежонка. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока!